Человечеству нужны архивы, чтобы, оценивая себя вчерашнего, измениться завтра. Азербайджанский писатель и журналист Эльчин Сафарли. История музея – это прежде всего история его коллекции. Память о ней хранит архив. В собственном отделе музея Херсонес Таврический хранители архивных коллекций работают с живыми историческими источниками. Архив дает уникальную возможность общения с древними книгами и документами, что делает людей отзывчивее и чувствительнее к настоящему. В рамках цикла «Херсонес. Музей со служебного входа» телеканал НТС представляет третий фильм «Архив. Историческая память». Премьера 12 апреля в 19:35 на телеканале НТС.